Это я. Меня зовут Леха. Одного из главных героев зовут Алексей. Он предпочитает жить сегодняшним днем. Из-за этого в его жизни в буквальном смысле случается всякое. Нет, упасть не боялся. Просто единственное, что бегали раз, наверное, по 20. Потому что еще бегали, жара была как бы такая, скажем так, пришлось немножко попотеть. В реальной жизни это Алексей Брежнев, коренной анапчанин. Генеральному секретарю СССР родственникам не приходится. У него небольшой бизнес и немного свободного времени, которое хочется проводить для души. Как человек разносторонний, он пошел на курсы массажистов, где познакомился с еще одним не менее разносторонним человеком, Сергеем Петровым. 14 лет назад они с приятелем решили прокатиться на машине из Владивостока на Черное море. С тех пор, после каждого витка судьбы, он оказывался в Анапе или рядом. Не первая по счету авантюра, в хорошем смысле, снять фильм с нуля. С пробным роликом помогли друзья. Да мне нравится, это мое хобби. В прямом смысле это хобби. Я получаю удовольствие от процесса, когда я вижу, что от съемок что-то получается интересное. Ну и музычку когда накладываешь. То есть я кайфую, можно сказать, от этого. То есть не знаю дальнейшую перспективу, к чему это придет, но сейчас мне это нравится. Это вторая работа Сергея. Он не скрывает, что еще многому нужно учиться, но помогают единомышленники. Среди них Кристина Рабина, профессиональная актриса и телеведущая. Она играет роковую женщину, которая разлучает Алексея с любимой Настей, которую играет Мария. С Сергеем она познакомилась на киносъемках в массовке пару лет назад. Этой весной он предложил роль в его собственном фильме. Я сразу согласилась. Это было для меня интересно, я говорю, конечно, Сергей, давай это сделаем. Мария приехала в Анапу 5 лет назад, работает администратором в гостинице, пишет стихи, играет в любительском театре. Теперь кино, пока экспериментальное, но свое. Ой, это очень интересно, потому что съемки в массовках это одно, а когда главная роль, это совсем другое. Немножко страшно, но не так, что прям до потери пульса, нет. Ощущение, да, такое, на самом деле, интересная эйфория, как-то так, как-то что-то новое для себя открылось. Потому что со стороны, когда смотришь на себя, уже как-то что-то, даже не могу ощущение передать такое. Команда уже посмотрела смонтированный вариант. Ролик выложили в сеть. Что будет с проектом дальше, пока не знают. Для начала надеются познакомиться со сценаристом, таким же энтузиастом, как они сами. От этого напрямую зависит дальнейшая судьба их героев. Но в итоге все надеются на позитивный финал. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.